Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Фрейзен. Мы играем в GTA 5 Online с вашей любимой рубрикой «Битва автогонщика». Всем здорово! Ну а сегодня, чуваки, для нашего ролика у нас подготовлена самая брутальная коллекция внедорожников, которые мы с Пашей поделили на две части. У каждого есть жесткие УАЗики на гигантской подвеске, машины на огромных колесах, а также внедорожники-бигфуты и гигантские грузовики, которые сегодня мы должны будем замаскировать на территории огромнейшей фермы, где далее за 7 минут мы проведем поиски и начнем испытания. Кто найдет больше тачек, давайте с вами и узнаем. Поэтому желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас хрумкает, ну и крутящего настроения. Ну и, чуваки, чтобы ролик получился ого-го каким, нужно поставить это ого-го кое-куда. Вы поняли намек? На лайки намекаю. Ну а мы тогда не будем тянуть, погнали уже прятать наши бигфуты. К нашему первому этапу, это прятка. У меня в коллекции сегодня находится не Васик, вот такой крутой Форд, но есть Шевроле Бигфут, а также КамАЗ на больших колесах. У Паши коллекция не хуже, у синего цвета у него машины, поэтому сигнал даем, что рубрика начинается. Поехал он с УАЗика. Ой, причем УАЗик довольно жесткий, на читерской подвеске. Чуваки, хорошая машина. Причем есть такая же, только американская версия, джип называется. Поэтому давайте сейчас начнем маскировать наши коллекции тоже с УАЗика, точнее с не Васика. Вот такой у меня красивый, красного цвета, у которого дверь почему-то не открывается. Ну и ладно, давайте замаскируем его где-то на этой территории. И причем, чуваки, самое интересное, мы эту машину можем замаскировать даже на любой горе, потому что благодаря подвеске она где угодно проедет. А можем спрятать, наоборот, в теплице, например, в закрытом помещении. О, это же гениально! Смотрите, мы прячем сегодня гигантские машины, поэтому Паша вряд ли будет проверять. Ай! Эти места, только вопрос, поместимся ли? О, поместились! Нормально, нормально. Вот тут и оставим, чуваки. О, гениально! Я думаю, вряд ли он будет проверять эти места маленькие. Так что переходим теперь ко второй машине. Вот эта машина, ребята, мне нравится, наверное, больше всех из коллекции, потому что у нее такие большие тракторные колеса. Вот! Проехать, раздавить кого угодно можем. Давайте ее замаскируем где-нибудь в этом городке на крайне нашей фермы, чуваки. О, мы можем... А, не можем. Слишком широкая машина. Хотел внутрь поместить грузовика. Ладно, давайте план Б. Будем ее прятать, значит, в закрытое помещение либо снова на горе. Я знаю, тут есть раз, это магазин, и два, это слева гора. В принципе, один выбор из двух. Но сюда мы не поместимся. Но если с помощью веревки только... Опа! Давай, 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 давай. Где, подожди. Чего? А я помещаюсь. А я вроде помещаюсь. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот так понемногу, помаленьку. Давай, давай. Опа! И веревки, ребята, притягиваемся. Все! Машина замаскирована! Ну как сказать, почти замаскирована. Ой! Катапультируемся! И высовываемся. Я где это я? На крыше, что ли? Ой! Помогите! Я не понимаю, где я, чуваки. Ну-ка, от первого лица. Что-то непонятное. Помогите! Выпустите меня! Давай! Ребята, я застрял на крыше! Вот такой вот монстр, ребята, зацените! Офигенный внедорожник! Довольно гигантский! Такой бы я хотел себе в коллекцию точно сегодня найти. Так, раз сегодня мы решили прятать по закрытым помещениям, то я приехал ко второму, значит, уже к третьему месту. Это домик. Вот такой домик, чуваки! Давайте замаскируем тачку прямо туда внутрь! Я думаю, это реально гениально! Замаскировать гигантские машины в маленькие помещения. Веревкой, веревкой нашей пользуемся, ребята. Вот так делаем, смотрите. Опа! Стреляем сюда, стреляем куда-нибудь в колесо и притягиваемся. Я думаю, Паша вообще обалдеет. Так, мне интересно, вопрос только, помешусь я или замогаюсь все-таки? Так, прицепили, прицепили. Раз, два, три. Притягиваемся. Я вот, чуваки, вылезу. О! Или, стой, нормально, нормально, нормально. Все под контролем. Yes! У нас получилось. Так, теперь главное его лучше не трогать. И как мне вылезти? Проблемка. Ну, я ничего лучше не придумал, чуваки, как последнюю машину замаскировать просто на границе. Аккуратненько. Так, вот тут тоже есть ангар. Но, насколько я помню, он вроде не открывается. Ёлки-палки, кто тут пеньки насажал? Так, высматриваем место, ребята, на границе. Просто замаскируем. Просто где-то в елках или в камнях. Тачка мне, по идее, самая ненужная досталась. Так, маскировать, я думаю, будем ее вот тут. Просто спрячем за ангаром, за билбордами. Ёлки-палки, чтобы поместиться. Все, вот тут. Вот это реально тракторные колеса у нее, ребята. Вот так, идеально. Я думаю, по идее, не особо-то и видно ее. Ну что ж, теперь начинается самое интересное. Это наши поиски.
помогите! Ну а для сегодняшних пряток, чуваки, мы с Пашей уже подготовили по 4 спортивных байка на каждого, на которых нашей целью будет отыскать большие гигантские коллекции соперника. Итак, чуваки, ферма большая, времени много. Давайте поспорим, кто будет быстрее. Готов, Паша? Я готов, как всегда. Я тоже готов, поэтому 3, 2, 1. Паша, с тобой все поехали! В порядке. Погнали! Почему ты в земле был у меня? Итак, чуваки, 7 минут. За 7 минут, ой, нужно объехать всю территорию или забраться на гору. Моя любимая тактика, чуваки, в этой территории. За 7 минут я эту территорию объеду 10 раз, 50 раз, 100 раз. И найду все машины. Давай, давай. Он будет объезжать территорию, но будет проезжать мимо моих машин, потому что он не догадается никогда в жизни, где они замаскированы. Они очень жестко пососпрятаны. Я пользуюсь тактикой Орлиный Грас. Вот. Орлиный Грас! Так, чуваки, вот у Паши будет Орлиный Грас, у меня будет Орлиный Глаз. Так, смотрим, смотрим. У тебя были ярко-красные машины, еще нет, ярко-синие. А синий цвет маскируется в озере, ну, точно! Да, ну, да. Ага. Это бред, вот твои тачки красного цвета легко выделяются, я их найду. Ты что там катаешься? Да-да, вон, моя машина красная как раз. Вот пикап стоит, Паша. Это мой, это твоя машина. Опа! Какая хорошая тактика, чуваки! Паша! Да! Твои гигантские машины видно издалека! Вон машина на дереве! Это что? Это что там? Внедорожник? Нет, это не на дереве машина, отстань! Да! Все! Так, смотрите, причем снизу вообще не видно, если бы я проезжал, а сверху это все тактика Орлиный Грас твой! Так, залетаем наверх, и вот отсюда, ребята! Тактика Орлиный Грач! Какой грач, Орлиный Грас? Что? Где он? Нашел что-то вот там? Вот я кое-что нашел в магазинчике. Нет! Только как отсюда выехать? А вот, сам думай. О, а причем, подожди. Мы с тобой в одном месте замаскировали, чуваки. Поэтому я его мог заметить на прятках. Нифига себе! Нормально меня катапультировало. Так, получается... Помоги! У тебя... Помогу! Я чуть в заправку не влетел. Паша, там веревка нужна, если что. Веревка. Ой! Я поеду в лунатик. Сейчас попадет заправка еще. Ой! Сорвалась, что ли? Нет, давай, я давай. Это трындец, чуваки. На Биг Брате я тут фиг проеду. Но при этом самую гигантскую тачку я нашел твою. Легче всего было заметить. Она реально большая, на дереве зеленом растет там. Хотя бы в воде спрятал, что ли. Вуаля! А я нашел пикап. Тоже пикап, неплохо. Пикап. Ну я не знаю, если сравнивать, то моя тачка, мне кажется, покруче, чем твоя. Хотя у тебя она быстрее будет. У меня она слишком такая неповоротливая. Так. Надо искать тебе дачу. Я знаю. Я, смотри, я на 1000000% уверен, на 1000000000%, что ты эту тачку спрятал в гигантской бочке. Где-то там есть бочка, канистра такая, и там ты всегда в каждой серии прячешь машины. Проверяй, я там ничего не прятал. Нет, а прятал, самое интересное, знаешь, куда я еще поеду, а? Ну, говори давай. Я поеду в гараж, который ты мог, кстати, замаскировать. Чего? Какой гараж? Какой гараж? Так, а тут лестница должна быть. А где лестница? Вот лестница. Там реально ничего нету? Там должна быть машина, чтобы там внутри, чуваки. Посмотри. Проверяю. Давай. А что я? Я застрял. Ну. О, нормально, нормально, нормально. Пусто. Нет. Так, Паша впервые не воспользовался этой нычкой. Это странно. Значит, ты маскировал по-другому. Может, ты где-то в коровятнике спрятал? Вон там коровы бегают. В коровятнике, да. В самой корове еще скажи. Так, смотрим, чуваки, где он мог замаскировать машину? Потому что я объехал всю ферму. На глаза мне не попадались ярко-синие машины. Только были красные машины. Например, слушай, как грузовики. Вопросик. Так. Я вот сегодня прятал на деревьях, а ты прятал, можно дать подсказку? На деревьях? Ну, на деревьях я, может быть, прятал. Возможно. Нет, у меня была другая логика. Такая, знаешь, замаскировать гигантские большие тачки. Вот, чтобы ты не заметил их вот так-то. Ладно, хорошо. Это давай, давай. Спасибо. У меня нелогичное место для пряток. Такое максимально нелогичное. О, синий грузовик. Но это не твой. Так, чуваки, пока что... А я придумал! Может быть, там залезть теперь вот на эту гору и с этой стороны посмотреть сверху. Ха-ха! Или ну, под мостом проверить. Хватит пользоваться тактикой Орлиный Грач. Нет, Орлиный Грас, новая тактика. Чуваки, чуваки, по времени прошло сколько? Половина! Половина ровно вышло времени. Ага, ага. Ага. Это что там такое? Трактор нифига внедорожник гоняет по кустам. А я кое-что нашел. Что? Что нашел? На так. Границе спрятал большой грузовик, Орлиный, зато. Стой!
где? На какой гранит? Не прятал я ничего. Синяя машина. Очень далеко, но я его нашел. Так, на самолете. Давай, давай. Я пока ничего не вижу, чуваки. Надо с той стороны смотреть. Может, он реально тоже на границе маскировал. Под мостами нету, дома нету. Так, на спавне. Я реально не заметил, мне кажется, на спавне тачки. Едем на спавн. Время... Я, кстати, тоже не проверял спавн. Поеду вот спавн тут, проверю. Вот тут, смотри. Сейчас проверю еще одно местечко. Вот тут есть маскировочный гараж. О, нифига, зеленый трактор. Так, погоди. Ну, где же должна быть твоя машина спрятана? Так, 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 так. Самую гигантскую я нашел. Я маленькие машины не могу найти. Ну, как маленькие, средние, получается, такие, полусред... Что? Синяя машина. Синяя машина. Нормально? А как я? Почему я ее не видел? Уходи! Я, кажется, понял. Я понял, почему я ее не видел. Это что такое? Паша, нормально? Забор замаскированный. Так, забираем. Второй Бигфут по размеру найден. Это трындец, Паша. Это... Я его сейчас снесу. Тебе повезло. Повезло? Нет, у меня чуйка на машины. А теперь, ребята, втараним по полной вперед. Нормально. Протаранил. Я в затекстуре упал. Так, ровно на колесо. Победа, ребята. Это что такое? Я опять тут заспавнился. Все, Бигфут, у меня самый... Подожди, у меня уже две гигантские машины, а у тебя получается две коротышки. У меня две тоже гигантские машины, не надо. Не понял, а что это? Ты уже прокачал машину, что ли, когда у него диски поменялись? Так. Смотри, нет, они такие были. Вот, были, но на него внедорожные были вроде бы. Так, чуваки, осталось эти две машины, и у нас на таймере одна, буквально минута, ну где-то полторы еще. Так, проверяем еще вот этот нагар. Можешь, дашь мне подсказочку? Подсказочку? Давай, а давай. А я тебе дам тачку. Подсказочку. Ну, ты первый, давай, давай подсказку. Хорошо, я даю подсказку на так. Грузовик. О, это была подсказка, получается? Так, грузовик. Дам подсказку, что у меня это закрытое помещение. Вот так, да, открыто-закрытое помещение. Вот такое подсказка. Так, смотри, город я проверил, там ничего больше не было. Точно! Проверил. Может, плохо проверил. Грузовик. Дом! Какой? Ты думал, я в дом спрячу Бигфут? Ты что, с ума сошел? Да, но на первый ты же мог это сделать. Ищи, может, на заправке. Ой, не на заправке, где еще. В гараже, в ангаре. Точно, я спрятал в гигантском ангаре. Давай. Что ты спалился, ты меня отговариваешь? Знаешь, это дом. Не, я тебе не отговариваю. Я понял, ты сказал, ты в грузовике спрятал. Может быть, ты имеешь в виду в прицепе, вот в этом, в желтом, например. Вон там еще есть прицеп. Возможно. Или грузовик. Подожди, но грузовики, они только в городе обитают. И тут, тоже пусто. А где? Тут есть грузовик один, я его проезжал. Если ты туда запихнул машину, то я тебе дам трендюлей, Паша. Нашел? Ну как сказать, нашел, не нашел. Туда, видно, так-то через кузов. Ребята, сейчас мы сделаем лайфхак, смотрите. Берем, садимся в машину. Ой. И везем ее на спавн. А камеру можно мне нормально, пожалуйста? Паша, у меня машина в машине катится. Чуваки, ну за это лайк, это значит. Нормально, привози. Привожу. Так, а у меня кнопка открытия этого люка не работает. Я не могу люк открыть почему-то. Так, нормально, налево. А я принес последнюю машину. Супер. Какую? Так, у нас 4 машины, это не последняя тачка, Паша, еще. Давай. Блин. Ну ты уже не успеешь, время вышло. Так, чуваки, это апгрейд. У меня, короче, добавилось 4 колеса на моей фуре. Вот так. Здорово. О, фура! Я понял. Я знаешь, что не нашел у тебя? Твой УАЗик, получается. Ой, твой не УАЗик, наоборот. У меня есть, раз, это фургон, чуваки, в коллекции. Буду на нем сегодня гонять, шучу. Далее есть, 2, это Биг Брат. И 3, это вот такой Бигфут. Офигенный. У Паши коллекции не хуже. Тоже Бигфут, тоже грузовик. Но при этом нету ни Васика. Ладно, тюнингуем наши коллекции и переходим тогда к нашим супер-испытаниям. Ну а теперь, ребята, взяли мы свои первые внедорожники. У меня это вот такой УАЗик на гигантской подвеске. У Паши Форд на гигантских колесах. И, чуваки, время выяснить, какой самый крутой внедорожник на нашей трассе по бездорожью. Потому что кто делает сегодня один круг вокруг этой трассы, тот и получает первый свой балл. Ну и смотрите, я решил взять самую маленькую, самую проворливую, так сказать, тачку на это испытание. Потому что Бигфуты мы даже не поместились под финишем. Так, чуваки, кто делает первый круг, получает первый балл. Ну а дальше мы пройдем толкучку и испытание последний выживший. Вы готовы?
готовы? Давай, давай! И я готов, поэтому раз, два, три, погнали, давай! Стартуем! У меня тачка победитель на задних колесах стоял! Давай, 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 давай! Ну, моя тачка, то, что победит! Ой, тут решают не колеса, Паша, тут решает размер подвески! Оба, оба, смотри! Тут решает скорость! Вот так умеешь? Ой, ой, переверните меня! Вот так посиди! Знаешь, на кого я похож? Я похож на Винни-Пуха желтого! Оп, аккуратно, налево, вперед, давай, 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 давай! Ты похож на Пупуха! Какого Пупуха? Это ты на него похож! Ой, ребята, ой, вот ты меня ждешь? Паша, стоять! Я, главное, сейчас рулить научусь, и потом нормально тебя победю! Оба! Прижимай силу, чуваки! Догоняй! Догоню, догоню! Смотри, мое предсказание! Сейчас переключу его на трамплине! 3, 2, 1, погнали! Опа! Перелетел, перелетел! Давай, 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 давай! Так, ребята, сегодня не дам шансов победить Паше, потому что только моя будет победа! Почему? Из-за подвески меня колбасит, трындец как! Давай, 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 давай! Спасибо! Пропустил меня! Давай налево, направо. Так, машина вперед. О, буквально полкруга, ребят, осталось. Давай, давай, мне направо. Кажется, ты давай, давай, налево. Улетишь на финише. Нет! Тихо, 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 не каркай, не каркай. Вот, сейчас взлетишь, как ворона. Давай! Я тебе. Да хватит! Ты что? Почему ты сделал меня? Это ты меня еще протаранил, перевернул. Так, я направо, ребята. По трассе. Давай, это финишная прямая. Битва за первый балл. Паша, пропускай меня. Пропусти. Гитарный хаос. Оп, давай, давай, давай. Один поворот, один поворот. Стоять, не я улетай. Улетишь на финише. Нет, не улечу, не улечу. Да, это трындец. Это не машина, это попрыгунчик. Чуваки, надо было искать лучший тачки. Короче, у нее есть один минус. Один минус — это повороты. Вот по скорости едет, нормально прыгает, нормально, но поворачивает капец как. Оп! Как телепузик какой-то. Ладно, хорошо. Твоя неваляшка получает первый балл, но все равно дальше тут машины-гиганты. Поэтому переходим ко вторым тачилам. И, ladies and gentlemen, готовы представить своего мега-халка! Зеленый огурчик! Короче говоря, Биг Брат, сам ты Шрек! Биг Брат у меня, вот такой КамАЗ у Паши, чуваки! И сегодня мы на них проведем вторую битву под названием «Толкучка на воде». Кто кого скинет воду, получит по одному баллу. Будет три раунда. Вы спросите, почему мы не взяли гигантские бигфуты? Потому что они багованные! Они с инабок переворачиваются, сквозь текстуры проваливаются, поэтому легко на них утонуть. Так что, битва КамАЗов, давай, Паша! Три! Ты размечтался. Погнали! Вперед, 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 вперед! Смотри, смотри, вот так. Оба! Оп! Кого ты вынесешь? Супер трюки! Давай, видел? Видел? Шрек, отходи отсюда! Я не Шрек, я сказал, я Халк! Оба! Да я тебе говорю! Ребята, трюкаческая тачка! Ага, ага! Ой! Перевернулся почти! Смотри, смотри! Добивание сбоку! На! Оп! Так, тихо, тихо, тихо! Почти дамы и господа, показываю супер трюк, когда надо задобить! Оп! Сальдо вперед! Прокеды! Пипец! Нет! Мои трюковые ловушки закончились поражением! Колесо еще потерялось! А куда он поехал? Ладно, ладно, я вместо колеса буду, продолжаем! Ну что ж, у Паши добавляется балл! Переходим ко второму раунду! Если честно, мне кажется, моя тачка просто легче, чем у Паши, поэтому я немного отскакиваю от него! Раз, я два, тяжелый. Три! Это я тяжелый! Картошки наелся, вон, смотрите! Разгон, разгон, оба-оба! На! Нормально! Хотя нет, это тактика я тяжелый, я говорю! Дрифте. Давай, давай, вон, весь перекособоченный! Да ты трындец! Будем его вот так давай, ребят, обманывать! Да. Что ты, российский молодец! Зато у меня тачка намного поворотливее, чем у тебя! Смотри, вот так умеешь, Паша, урулить? Оп! Вот заруливаем, так вот заруливаем! Умеешь, я тебя уничтожу! Ха-ха! Заманиваем его на край корабля! Опа! Полетел! Оп. Давай, давай, давай! Нет. Добивайка, добивалка! Чего? Это Mortal Kombat! Фаталити! Ну что ж, один балл я зарабатываю, самый первый и единственный! Но ничего, еще будет третий раунд! Ну вы просто зацените моего монстра, чуваки! А выхлоп какой? Где выхлоп-то? Вот снизу что-то делает он! Ладно, обратный отчет третьего раунда! Раз, два, хана тебе! КамАЗ! Это не считается, чуваки! Еще раз! Раз! Два! Хватайте КамАЗ! Давай! Это я в танки играю! Смотри, вот так! Да, да, да! Накопил силу удара! Я говорю, как Халк, ребята! Коплю удары! Мутузим Пашу! Ты маленький огурчик, которым я сейчас скину! Мне нужна новая тактика! Ой, моя сила в ловкости, ребята! Ай, не в ракетах точно! Маневрируем, маневрируем! Ой-ой-ой-ой-ой! Нифига, Доминик Торрент, ты куда поехал? Да, налево, 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 налево! Я буду за тебя! Что такое? Ой! Не надо, не надо, Паша! Ой-ой-ой! Ракеты! 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 Давай, 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 давай! Крути, вертится, путем хотим! Направо! Итак, поджоп!
Пахнет через три, два, один. Ага, ага, давай. Направо, налево. Да ты чё? Хотел дурить. Не получилось. Ладно, скидывает меня как мячик какой-то. Получает один балл. Переходим к нашим финальным автомобилям. И, наконец-то, ребята, наши самые гигантские из коллекции монстр-траки Бигфуты. Короче говоря, на которых мы проведем последнее испытание под названием «Последний выживший». Ты посмотри, настолько здоровый, что вдвоем не поместимся тут. Один вопрос. А мы проедем через КПП? Ну-ка, я аккуратно. Надеюсь, нас поместился нормально, чуваки. Короче говоря, правила испытания. Кто сегодня взрывается первый, проигрывает. А кто выживает, получает один балл. Ты сегодня проиграешь. Я не проиграю. Чуваки, есть один минус. Если мы приземлимся на крышу этого фургона, грузовика Бигфута, мы провалимся сквозь пол под текстуры. Поэтому лучше ты не делать. Классная тактика. Просто прятаться от танка в текстурах. Реально, подожди, от танка можно спрятаться. Ну, слушай, хотя ты фиг перевернешь машину, еще я скажу тебе. Ладно, чуваки, счет пока что 2-1. Или какой счет? 3-1. 3-1 в пользу Паши. Мне нужен балл. Какой 4? Не было 4. 3-1 было. Да, 5-1 вроде было. Какие 5-1? Так ты там баллы себе не придумывай. Да. Ола! Нет, я так сразу и понял. На крыше ангара это невозможно. Я поеду, ребята, аккуратно и медленно. Нужно изучать территорию, пока танков видно. Слушай, у меня есть тактика. Смотри, я беру, разгоняюсь, прыгаю на крышу и телепортируюсь в ангар. Я так тоже хочу. Паша, быстрее. Так, раз. Меня крушили. Раз, два, три. Опа, погнали. Ну-ка, лайфхак, ребята, лайфхак. На крышу переворачиваемся и телепортируемся. У меня не получилось. Ой-ой-ой, проблемы. Видимо, все, бомбанешь. Что мне делать? Нет, тут два танка слева, справа. Оп. Блин. Подожди, а нету для Бигфут? Можно запихнуть сквозь текстуры в ангар. Ну-ка, Опа! Паша! Чё? Да! Очень погованный! Я не знаю, как это работает. Здорово, я в домике. А ты где? Я тоже так хочу! Смотри! Подъедь ко мне, ты охренеешь сейчас! Паша, до свидания, оба! Немного это не попал. Тактика! Нет! Да! Это Хогвартс! Хогвартс, я упал! Я сейчас теперь среди танков заспавню стопудово, чуваки! Ой-ой-ой! До свидания! Помогите! Ой, нифига! У меня Бигфут починился! Давай! Ой-ой-ой-ой-ой! Что такое? Тоже я среди взорвался. Танка! Смотри! А если бы я там появился, я бы офигел! Ну-ка! А чё? Убери! Пушку! Ой-ой-ой! Это что за сальто было вокруг себя, чуваки? Вы это видели? Я думал по нему проехаться. Ну ладно, получается тут я занимаю один балл. И сейчас становится сегодня 3-2. Но все равно баллов больше у Паши на одну штучку. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому понравился, не забудьте влупить свой лайк. Мне будет безумно приятно. Ну а также, кто хочет попасть в видос, пишите комментарий. Может быть, попадете. Ну а с вами я был Джайл Блейтин. Ссылка на Пашу будет также в описании. Также переходите и подписывайтесь. Всем удачи, всем покедова. Всем канарол.